не спорить, но вести конструктивный диалог. Только такой расклад позволит решить накопившиеся проблемы регионального спорта. В областном олимпийском совете прошло заседание президиума, руководители комиссий по рабочим направлениям. Деятельности одной из них по реформированию отрасли уделили особое внимание. Глава комиссии Евгений Ключников констатирует, из 14 вопросов, поставленных перед Министерством спорта несколько месяцев назад, не все нашли отклик у чиновников. Я думаю, где-то процентов на 30, на 40 уже какие-то вопросы двигаются в положительном варианте, но какие-то просто стоят на месте, и нужно, наверное, на коллегии этот вопрос поднять и более детально рекомендовать министерству более активно решать эти вопросы. Самые проблемные поля на поверхности, говорят участники заседания в Олимпийском совете. Это выполнение 233-го областного постановления в вопросах поощрения ведущих спортсменов региона, кадровая политика областного министерства, а также создание профсоюза работников спортивной отрасли. 2 часа пролетают, как один миг. Я считаю, что все вопросы были актуальны, все вопросы такие животрепещущие. Я считаю, что, наверное, все вопросы достойны как бы внимания. Но, может быть, выделю вопрос именно развития в районах развития спорта, особенно там, где построены наши спортивные объекты новые. Никакого противостояния с Министерством спорта. Напротив, мы готовы помочь, подчеркивают в региональном олимпсовете. На ближайшее время там запланировали серию выездных заседаний. И первое из них в Новоспасском районе. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.